Сейчас надо перемотать на первый фильм голову. Честно надо говорить? Конечно. Да блин, я там сидела, я знаю, как все бесят, кто в зале болтает фигню. Нет, не хочу ничего. Нет, ну давай. Ну мне показалось, что нет какой-то завершенности в истории. Я не знаю. Мне вообще, в принципе, как-то сама история непонятна была. Ну, в чем развязка? Может, мне нужно немного объяснить? Может, я тупая? Да, пожалуйста. Если честно, я от первого фильма ожидала хоррора, потому что те, кто следит за новостями, слова няни и свечка как-то пересекаются. То есть получился такой эффект обманутого ожидания. Вот. Ну, это впечатлило, конечно. Вам понятно была история? Было не так драматично, да? Понятно. Просто, да, на самом деле, мы сегодня на экране мы смотрим первый раз, и после работы мы буквально вот, почему мы задержали, потому что какие-то работы только выводились, потому что это всегда в таком очень... Еще до сих пор выводится. Еще одна работа до сих пор выводится, надеюсь, что мы сейчас ее успеем посмотреть. Вот, поэтому, может быть, какие-то технические огрехи помешали восприятию истории. Так, дальше кто? Кто хочет сказать?